почему одичали все сотни сеянцев полукультурных яблонь в поселке Новоенисейка Хакасия? Почему этого заранее не знали сельские агрономы? Они участвовали при посадке большого сада в торжественной обстановке в сельской школе. Все дети, вот, я же не зря вспомнил. Вот. Тоня, смотрите, вы будете садить. Можно и это получить. То есть садили, я их спрашиваю, что вы садили? 30 лет прошло. Ответ. Полуяблочки. А в Сибири полуяблочки всегда называли полукультурки. Правильно? То есть слово полу запомнили, а культурки не запомнили. Их было полно, когда я приехал. Сейчас их вывели, вообще как класс вывели. Вот что страшно. Но они умудрились посадить саженцы из выращенных семян. Ну и что? Вот что получили. Вот. А теперь моя ранетка. Она тоже дичала. Я в нее привил два этих самых крупноплодных яблони. Одна из них, богатырь, была вот такой мощной веткой, только сбоку ее тут не видно. Вот. И они перестали дичать. Как мы это называется, Александр? Насыщение ментором. Вопрос. Те преподаватели, к которым вы едете, знают, что такое насыщение ментора? А если вы их начнете учить, вас не пошлют обратно в Сибирь, но уже навсегда. Ведь что я надеюсь-то? Хотите, Александр, сказать? Что вы зацепите за Сколково, потому что там будет так. Сколково – знак качества. Не важно, хотя тут, там, может, никто ничего не умеет. Вот. Но бренд есть бренд – Сколково. Мне Железову кажется, что я удержал культурность ранетки скелетными прививками крупноплодных сортов яблонь. Все на ваших глазах. Удержал? Я вот думаю так, если бы я вот сюда не привил этих два сорта крупноплодных яблонь, вот, у меня было бы, ну, не сразу, нет, не сразу. Но кончилось бы вот этим. Вот. Вот вам и оркестр. Вот. Дурная работа, потому что вы что думаете, после этого кого-то сняли с работы, руками развели. Держит это, знаете, вот эти вот, почему они держат морозы. Это голая степь, очень редко дожди. Значит, снега всегда мало, голая степь. Она приняла свою дикую форму. Форму, ну, назовем, оккультуренная сибирка. Вот, вот так назовем. Почему? Потому что сибирки участвовали в организации ранеток и полукультурок. Я специально привел организация ранеток и полукультурок. Можно сказать, созидание, пригодится слово. А почему справа мертвые? Я каждый заглянул, я с камерой ходил, я фильм снял. Чем глубже яма, тем больше грибов и мертвых. Вот повезло, а я начал, я отвлекся. Нет, не отвлекся, мы давно об этом говорили. Вот половина забыла, половина не слышала. Смотрите, остановлюсь на этом. Это мой долг. Когда я ходил по этому неровному месту, думаю, ну надо же, 30 лет назад они знали, что такое холмы и гряды. И это распахали так, чтобы садить так гряды. Чёрта с два. Просто пьяный тракторист. Распахали в поле. Бороновать не стали. Так. Расчертили. Ну, понятно, там, наверное, колышки были, ленточки, чтобы по линейке садить, да? И пришлось на гряду. Вы видите, деревья живые. Я целый фильм снял, я не болтун. Вот, все. Вот. Потом те, что справа, я к ним подхожу и руку сую туда чуть не по локоть. Понимаете? Вот такой узкий стакан, и там вот на такой, и там начинается это. Вот такой. Ну, 30 лет сухо. Зимой сухо, летом сухо. И все-таки угробили. Настолько стопроцентная закономерность, чем глубже ямка для посадки. А вот здесь на холмах получилось. Именно потому, что на холмах садили. А я вначале умерился, думаю, ой-ой, надо же, 30 лет назад уже знали, потом забыли. Ага, знали. Вон они мертвых, знаете, сколько там справа. Как повезло. Мало того, что посадить в ложбинку, так еще и ямку, и вот результат. Так. Ну ладно, про насыщение ментора мы с вами уже посмотрели. Наверное, сами посмотрели. Вы еще не испугались, Александр?
Я прикалываюсь, но она своя, поэтому это самое. Она не станет говорить, что там привязался. Вот. Тогда чисто практический вопрос. Распространенный прием прищипывания побега осенью громко отрицает только ваш старший товарищ Железов. Только один до сих пор. То есть, если кто-то и отрицает, то молча. А громко только один я на всю страну, на всю планету. При том, что он, этот прием, освящен великими именами. А вы, Елена Александровна, вам ведь растить южан на севере тоже прищипывать будете? А? Вот это мой персик. Вот он так растет. Вот он не успел приготовиться к зиме. А если прищипнуть, как ручиться, да? Несколько великих имен. В скобках. Нет, друзья. Не прищипывать. Продолжается сообщение СМИ о массовой гибели вишен. А у нас в Сибири неизвестны болезни вишен. Почему? Я просто вам говорю, еще одна страшная проблема. Вишни, Елена Александровна, и все вы, кто меня слышит. Вишни – это символ России. Как вишневый сад создал Чехов, так до сих пор это символ России. Но больше он уже стал виртуальным. Мы можем его только видеть на картинках. До сих пор мне пишут и пишут. Я вначале думал, что это отдельно в местах, отдельно. А когда уже на конференции меня с трибуны попросило, когда я рассказывал, почему они гибнут. А другой товарищ после меня, я еще сидел, у меня это самое, главный редактор этого, председатель хозяйства Юдина, Тамара Александровна, она же меня пригласила, она меня привела. А знаете, какое время было? Я хоть отвлекся, но все на минуту. Какое время было? Она умерла, а она, оказывается, ненавидела Железова. Она меня пригласила на конференцию. Она меня встретила. Она меня за руку, там, правда, это самое, через, не, конечно, не на каком-то там суперавтомобиле, а на этом, под землей, что ходит. А, на метро привезла меня на эту, Дом науки, все. Когда меня прогнали с трибуны, она меня отпаивала какими-то таблетками. Потом она меня знакомила с академиком, с этого самого. Фамилию специально на этот раз не говорю. А то бывало, как то говоришь, его на свете нет. Вот. Познакомила нас с ним. Вот. Который этим самым, в городе Крымске. Кому надо, тот поймет. Вот. Настоящий академик. Вот это все было, да? Потом после меня выступает человек и говорит, это не я, это он говорит, караул, по всей Европе гибнут, и уже погибли 90% вишен. Они до сих пор не знают, почему погибли. А мне компьютер отключили. Ведь я-то должен был сказать, почему они погибли. Теперь я к вам переадресовываю. Смотрите, следующая фотография. Человек взял и вырастил мои сеянцы с косточек. Получил скромнейшие манжурцы. Так. Вот этот манжурец дал плоды, будучи подвоем королевского. Повлиял королевский. Кстати, видите как? Повлиял, да? Бай вырос скромненько. Королевский, ну так, конечно, и близко не похож. Итак, что мне скажет Константинович? Ты со своими семенами, а я их продал тысячи этих семян, и подарил тысячи, вот, взял и, хотя я не виноват, а вся наука, она берет сорт А, скрещивает сортом Б, из семенов получает сорт А и хочет, чтобы он был выдающийся. Если уже мои выдающиеся сорта, потому что других таких по крупности нету в России, и ученых нету, но я смотрел их сайты, ну нету. Если у меня такие получаются, что два вывода дела. Первый. От прививок никуда не деться. А значит, возвращайтесь, друзья, ученые, и вы, это самое, Елена Александровна, когда станете этим там ректором, кто там еще, директором и так далее, вплоть до министра, вот, вы должны четко отдавать себе отчет. Вы сейчас отдаете. Это я говорю о виртуальному ректору-директору. Что без прививок. И ничего, что они не сохраняют свои качества. Ну, сохранят крупность, ну, чуть-чуть потеряют. Помните, на четвертое поколение вот такие могут стать. Да разве в этом дело?
Есть другой вариант. Королевский сейчас возьмем вот этот дерево, с которого взяли вот эти скромнючие плоды. Смотрите, как я написал. Деградация? Нет. Приспособление. Приспособился, затаился. Я это называю замаскировался. Ему выжить надо. А теперь с этого королевского дерева, которое выросло семечки, возьмите веточку и приведите, как это самое, вот жалко, Ладенкова сейчас бы тут рядом, ой, что было бы. Вот. Он-то как раз этим и занимается. Он сохранил мои королевские. Конечно, я придираться не стал, что они все равно другие. Но роскошь какая. Он их на культурное привел и сохранил. Вот. А потом, а почему все-таки не замерзло? Ну, культурный же привел. Отвечаю. У них уже бродят гены, вот смотрите внизу. У них уже бродят гены манжурцев. Хотя они крупные, вкусные, но гены уже есть. И мы уже не боимся, ни он, ни я, что однажды раз и сад мертвый. Хоть из сеянцев, хоть из привитых. Все? Понятно, да? Вернуть культурность можно? Можно. Вот. Науку жалко. Взяли бы они у меня. Допустим, я все обижаюсь. Вот. Ну, один этот, но он занялся чисто манжурцами. Директор Мясского института. Моя единственная ниточка с наукой. Это самое, Ваулин. Мясский институт. Директор. Вот. Он у меня только косточки, его не интересовали крупные. Ну, кто-то бы взял крупные косточки, байер, скрестил с крупными косточками, то есть потомком крупной кости королевского, взял, получил вроде бы новый сорт. Они же, это, смотрите, один с Востока, второй с Франции, с Европы. Что-то получил. Интересно, интересно. А когда вырастет вот такие плоды и скажут, на черт, 20 лет прошло. Ведь это несколько поколений. Они, скажем, поколения будут семенные, ухудшаться и ухудшаться. Нет, не ухудшаться. Извините, не то слово. Вот мое слово. Приспосабливаться. Вот видите, сколько я всего наговорил, Александр. Вы еще живы? Так, я пойду на кухню на 3 минуты всего. Только вот это, горяченького чая подолью. Вот. А впереди еще столько интересного. Я и в этот раз, конечно, немножко перестарался. Вот, думал, 10 минут, а у меня получилось 1,5 часа почти. Такой серьезный разговор. Что там надо дальше? А, вот, вот под этим фото мы сейчас... Вы пока любуйтесь. Где моя молодость? Так, 3 минуты.
номер недоступен. Оставьте сам. Так. Номер жены недоступен. Смотрим сюда. Значит, говорит, после того, он что наговорил грустного, еще грустным, что вот это дерево будет спилено, только потому, что места нет. Интересно, что это сеянец, я показывал в фильме, с признаками культурности, причем именно академика. До плодоношения осталось один год. Нет, говорит, спилю. Так. Совсем рядом с нами находится продается участок, общий забор. Когда-то на этом участке я посадил 30 дерева. Урожаи были сумасшедшие. Телевидение я приезжал на их участок, заходил в мои деревья. Вот, телевидение и все прочее. Потом приезжал к ним родственник, взял пилу и уничтожил большую часть. Половину еще уничтожили козы, несколько дней обдирали кору, пока никто не видел. Вот. Ну, несколько ценных деревьев там еще осталось, ладно. Теперь этот участок продается за сумасшедшие деньги, за 1 700 000. У нас можно квартиру купить за эти деньги. А там дом, вот, по-моему, колодец вроде есть, да. 1 700 000. Вот. И под это дело я уже заготовил черенки, Елена Александровна, не имея никакой поддержки от института, им все равно. Вот. А там можно было бы вырастить сразу Нобелевскую премию. Потому что это где-то 300 деревьев, 200-300 деревьев. Каждый из них вот такого уровня. Вот как видите, плоды у него в руках. Это еще не самое крупное. Вот. И этих 1 700 000 в Ленинсана нету. Так. Но еще 1 300 надо по двое начинать. По двое. А по двое они есть. Но их каждый год уничтожает Сергей. Вот. И получается, то есть на этом дерево он спилит, а на этом месте посадит несколько десятков саженцев. Вот такие, как слева, видите? Вот такая действительность жестокая. Еще 2 месяца, если деньги не найдутся, никаких этих грантов не дают. Вот. Кому я это обращаюсь, не знаю. Вернется ли она со Сколково с деньгами? Вернется, не знаю, с чем. Вот. Может, с каким дипломом, что ее научили летом резать деревья. Вот. Но, тем не менее, может, какое-то впечатление произойдет. Я говорю, найти бы одного единственного на всю страну. Она же у Сколково была, видели эти лысины, да? Седые. Вот. Им уже ничего не надо. По скриптам. С удивлением узнал, что у вас никаких командировочных не будет. Поездка за свой счет. Вот это вот и наша эта наука нищая. Ну и точно вы, Елена Александровна, новый Ломоносов. Вспомни, как он добирался до Москвы. Помогу вам 5 000 рублями. Может, еще кто-то из наших поможет. Я сейчас скажу, если кто-то пришел 100-200 рублей, можно, мою карточку все знают. Вот, может быть, это не 5 000, а хотя бы 6, 7, 8. Вот, действительно помогут.